правительство региона определит лимиты на отлов бездомных собак и кошек. Количество животных рассчитают, исходя из численности населения, пояснили в республиканском парламенте. Законопроект рассмотрят на пленарном заседании в ближайшее время. Такая практика уже действует в Татарстане, Бурятии, Пермском и Алтайском краях. Она поможет выделять и осваивать средства на отлов с большей эффективностью, отметили в госсобрании. Сейчас ежегодно из республиканского бюджета городам и районам выделяется более 63 миллионов рублей субвенций на отлов 51 тысячи бездомных кошек и собак. Их количество определяют муниципалитеты. Однако свою задачу они выполняют неэффективно, считают депутаты. Средства не осваиваются в полной мере, а численность бездомных животных не сокращается. При этом к решению вопроса намерены подойти комплексно и в то же время гуманно. В республике планируют построить 8 муниципалитетов и межмуниципальных приютов. По данным управления ветеринарии республики, расчетная их стоимость 100 тысяч рублей на одну собаку. Содержание животного обходится в 20 тысяч рублей ежегодно.